Капитолина. Привет, Санек. Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Привет, вот, все-таки ребят. Всем будет, наверное, интересно, Сань. Чего? Я думаю, и большим, и маленьким. Вот скажи, вот был такой прибор. Какой у прибор? У меня был. Но. Пейджер. Хо-хо-хо! У тебя был? Вспомнила, конечно, был. Да, конечно. Наверное, вот у папы мам тоже был. Да, это здорово, пейджер. Я тебе хочу рассказать одну историю. У нашего, только быстренько. У нашего коллеги с телевидения. А ведь пейджер, сейчас наши маленькие телезрители не знают. Это нужно было позвонить оператору и сказать. Для абонента, скажем, 13-15, напишите текст. Вот, и один коллега ему прислал сообщение. Приходи, монтажка. Ну, монтажная комната. Монтажная комната, где монтируется сюжет. Монтажка свободна. На что ему приходит сообщение, оператор написал: приходи, Наташка, свободна. Смешно. Бывает. Ой, слушай. Да ладно, ладно. Ладно, давай про пейджеры. Чего мы отвлекаемся-то? У нас же гости. Да, Екатерина Трезникова из музея Бориса Николаевича Ельцина. О, здрасте, здрасте. Здравствуйте. Доброе утречко. Ну, а у вас-то был пейджер? А, у вас есть. О, повезло. Сейчас уже есть, раньше не было. Да. Потому что у меня у мамы появился уже практически сразу, где-то в конце 90-х, мобильный телефон. Повезло так. Но вот пейджеры, они, конечно, были очень популярны. Да. И вот на нашем фестивале во имя открытия, в нашем квесте в музее, мы как раз с ребятами решили устроить праздник. И как, конечно, в стиле 90-х собрать друзей, созвать их, это, конечно, вот таким пейджером. Пейджер вообще классная штука. Ну и главное, что мы вчера выяснили, он еще работает. Серьезно? Круто, круто. Какие-то там 4-5 кнопок, как... А его еще на это, на пояс. Оп, оп, и бокал, и рубаху так заниматься. Вы можете поиметь. Оп, Кап, смотри, берешь. На ремешок. Хоба. Давай я буду подзвучивать. И просто самый модный человек. Да, самый модный человек. О, смотри, смотри, сейчас. Ну-ка, чего там пришло-то? А, он же, что как-то, ой, я уже совсем забыл, как им пользоваться Капом. А ты WhatsApp. Ай, перешли мне на WhatsApp. А, Наташка свободна. Отдай человеку. У нас, кстати, вчера был большой вопрос. Какая самая известная мелодия была на пейджере? Ой, сейчас же не вспомню даже. А мы можем с вами послушать, ну-ка, если давайте, будет это давай, удобно. Так. Какая? Ты не помнишь, Капа? Я не помню. Там где-то здесь был выбор сигнала. Так. Выбор сигнала. Угу. Может, это тара-та-та-та-та-та? Не-не-не. А! На, к микрофону, давайте. Да-да-да, что-то такое, пилик-пилик-пилик, да, очень характерное. А что тут такое? А еще есть? Нет, это не очень. Не очень характерное, это пилик-пилик-пилик. Вот пилик-пилик была, да. Пилик-пилик, значит, все верное. Пилик-пилик. Рингтон такой. Классно. А вот, а сколько вообще разновидностей пейджеров? Да много было всяких. Много? Маленькие, большие. А у вас только один пейджер? У нас есть несколько. Один у нас в музее в витрине, тем, которым пользовался Борис Николаевич Ельцин во время выборов 96-го года. А это уже наш местный был найден, нашу коллекцию музейную. И вот как демонстрация таких технологий. Да, это, конечно, вот очень важно. Да. Ну, кто-то может сходить поностальгировать, да? А может, может. Что тут гадать-то? Конечно, надо как сходить. Как гадать? Что в смысле? А гадать будем? А мы можем вспомнить с вами, как вообще нужно было пользоваться. Ну-ка, давайте. Я вам специально подготовила демо-версию нашего маршрута. Так, смотри, Капа. Сообщения принимают все пейджеры в радиусе скольки километров? Ну? 100. Сколько? 100 километров. А что сначала-то нужно было сделать? Вот вы как раз сказали уже. Да, нужно подойти было к будку телефонную, найти телефон. Вот, пейджер принимает сообщение, если номер совпал. Продиктовать оператору сообщение. Сообщение кодируется и передается в эфир. И каждый пейджер анализирует сообщение. Позвонить оператору, сообщить оператору номер пейджера. Ничего себе. Вот это головная боль. Много вот этапов, да. Они тут чуть-чуть запутаны. Да. А вот правильно мы с вами можем узнать в музее, как раз на нашем квесте, какой-то. Как нужно было отправить сообщение. Это вот тут все у нас написано, порядок, нужно восстановить. Друзья, приходите, да, все. Вот это, да. Мы в этом квесте жили, помним. Да, вместе. Спасибо, Катя, вам большое. Вам спасибо. Это неожиданно, неожиданно. Так, ну как, ну как. Все, пока-пока. Пока-пока. Что там надо?